Долгожданная весна вступает в свои права и сразу начинается с самого нежного праздника – Всемирного женского дня. Праздничный стол в официальный выходной день непременно должен быть. А лучшим угощением для себя, близких и друзей станет красная рыба и икра. Это качество, культурное обслуживание, все свежее. И ценовая политика, цена и качество совпадают. Кстати, употреблять морепродукты в пищу можно и тем, кто соблюдает пост. Церковный устав допускает рыбу, икру в рационе постящихся. А врачи вовсе настоятельно рекомендуют включить морскую рыбу в ежедневную диету. Это профилактика простудных заболеваний, анемии и многих других проблем со здоровьем. Чевыча, красную икру, черный только не приводит. Почему? За что любите рыбу вообще? За то, что витамины там полезные очень для здоровья. А самое главное, что привлекает людей к выставке-продаже – икра и рыба камчатская, непревзойденный вкус, свежесть, качество. Я люблю чавычу. Она в меру соленая, приятная и хорошая икра. Вернулся не просто так, потому что хорошая рыба. Спасибо. Всем рекомендую. Чавыча. Чем она вам нравится? Ну, хорошая. Вкусная. Ну и корки можно купить. Ассортимент из 35 видов рыбы горячего и холодного копчения, малосоленый, а также зернистая красная икра. И все можно попробовать прямо здесь, у прилавка, прежде чем приобрести. До 11 марта включительно выставка-продажа икра и рыба камчатская возле торгового центра «Премьер». Не пропустите.